По поводу вот этой работы я могу сказать, что это прическа в стиле модерн, начала 20 века. По выполнению на конкурсе это занимает 50 минут, а на подготовку в тренировке у нас и 8 часов уходило, и 9 часов мы чесали, тренировались с тренером. Все из своих волос, никаких дополнительных валиков там ничего нету, поэтому это еще усложняет ситуацию, выполнение работы. Украшения тоже все делали сами, костюмы шьем сами, поэтому, весьма сложно.